16.27, 2 лютого 2024 рік. Олежка вітает и запрошивает велотур, велоэкскурсия, велопрогулка. Вот так вот на сегодняшний день. Извините, пожалуйста, снег зернистый, он есть и он тает. Плюс 4 на градуснике, и впереди также будет тепло и жарко. Вот такой лютый дарит нам теплые сказочные дни. Есть лед, льда много, ну а снег вот такой уже прессованный, тяжелый. Ну, белый еще, белый пока. Так, полноценная перша велопрогулка, велоэкскурсия возможно, так? Конечно, я воспользовался моментом, выдвигаемся на хоккей. Сегодня берсерки, патриот, ШВСМ, Сокол Киев. Винницы, начало игры 17.00, то есть полчаса до игры. За полчаса мы также прокатимся, проедемся, посмотрим, оценим автобус обовязково, что делается в парке. Пятница сегодня, будний рабочий день. Спортсмены только что вот пробежали, целая команда. Светлый белый день, дольше, вообще комфортно, чудесно. Так что витаю, запрошую. И приемного просмотра с Гарешкой. Благодарю зрителей также, которые смотрят, оценивают. Игоря также. Благодарю вас. Хорошего настроения. Так, дорожки вот такие узкие сейчас. Ну, потому что этот снег уже так не убрать. Ну, а где пройти, то есть. Правда? Велодром. Скейтборд-дром. Пока отдыхает. Заснеженный. Посмотрим, работает ли музей. Сразу сейчас к автобусу. Маршрут я продумал. Интересно, как сегодня сыграют команды. Поздравляем берсерок. Перша победа. Все-таки такой осадок остался. Так, туда не поедем, там скользко. Ой, вообще везде скользко еще. Повитренная тревога за 2 минуты до конца игры. Но все-таки остаточный рахунок зафиксирован 5-1. Так приняли решение Федерация хоккея. Ну, хотелось бы так до сирены и уже услышать радость, а то так остановили игру. Что же будет дальше? Вопрос у многих. Так, все-таки так страшновато еще пока. Вот таким вот лужам ледянистым. Зафиксирована перемога 5-1 на Тризубом. Команда Тризуб. Также аутсайдеры. Сегодня, по слухам, ослабленный состав Сокола. 13 игроков будет. Ну и это уже заключительные матчи чемпионата. По всей видимости, уже так тренируют, наигрывают комбинации на следующий год. Вот. Такой снег нежелательно. На велосипедах у меня можно навернуться. Серьезно. Посмотрим, на каком автобусе, если 13 человек, хватило бы и буса. Лен, снега здесь. Есть соколовский автобус. Сейчас мы... Ой, боюсь, я тут навернуться. Ай. Девочка поглядывает серьезно на меня с парнем. Так. Сейчас мы выйдем все-таки на ровную гладкую поверхность. Ну что, есть тот самый автобус, легендарный клубный Сокола на первом месте. Автобус красивый, слегка, конечно, по дороге Винницы тут его забрызгало капельку так. Но настоящий с хоккеистом, да, вот оцените, пожалуйста, класс, о котором я говорил уже не раз, много раз. Понятно, что по дороге трасса такая вот грязевая, пыльно-водянистая. И автобус Винницы здесь. Команды разминаются. Время уже тикает. 35 минут
Еще нам 10 минут на экскурсию. Транспортом общественным уже хватит. Неохота, надоело. И сокол все-таки вот, пожалуйста. Не знаю, сколько гравсил будет. Классный, крутой автобус. Водитель есть, нет, может отдыхает, чтобы мы его не потревожили. Вот, пожалуйста, эмблемки сокола, все как положено. Конечно, приятно посмотреть. Добренько, давайте сейчас мы еще кружок по парку сделаем. Первое место заслужено. Я думаю, многие согласны. Клубный автобус «Сокола» лидирует. А то обычно где-то вот-вот спортсмены, видите? Легкий ответ. Обычно стадион не совсем, да, расчищен, тоже беговые дорожки. Приходится по парку, по асфальту. Проедем через центр. Оценим также. Шайба стучит по бортам, слышу, музыка играет. Нас вроде бы мы так вовремя. Ну и стадиончик также приехал. Так, наверное, вот тут дорога получше. О. Пожалуйста, двигаться на сегодняшний день. Лютый дает нам теплые дни такие, поглажки. Неужели весна? Многие думают, уже будет тепло. Думаю, что морозец будет, мороз по ночам точно. Привет, ребята. Берсерки, берсерки наши где? Берсерки. Вам сектор, которые поддержат вас. Увидели, я так издалека. Кепочки, только какую кепочку хочу. Благодарю за приглашение, Павлу Лигачев. Также электронное приглашение. Орешку заранее, один из первых узнаю об игре тоже. Так, еще одна домашняя игра будет 11 числа. И по всей видимости перерыв. Это сезон 23-24 продолжается и заканчивается. Блин, да, тут не проехать. Сложно везде. Получилось легко. Дорожки привезли. Да, дорожки. Дорожки привезли. Можно навернуться здесь. Нежелательно. Пока не до экскурсии. Экстремальная дорога. Да, пора в ледовую, а то мы так не доедем. Я бы еще хотел где-то на главную, сейчас мы здесь попробуем повернуть. Опа! Музыку слышно так, да, хорошо. Музыку слышно. Твои фанаты завжды с тобой. Только берсерки, только победа, только орешка, только победа. Приятно было по дороге сюда, девчонка на улице. Это уже будет вело... Тур, велоэкскурсия также на экшен камеры. Так вспомнила имя мое. И так бодро. Андрей Орешек, привет, говорит. Давайте здесь, там много что-то людей. Андрей Орешек на космонавта. Класс, приятно, интересно. Благодарю тебя. Это мы увидим уже в следующей передаче. Так, блин, не хочу туда тоже ехать, а там так много. Целая команда. Давайте все-таки на главную аллейку прокатимся. Твои фанаты. С тобою. Возможно, также фан-сектор встречается и выдвигается организованно. Но если будут выигрывать, конечно, появится суперфан-сектор. Но надо, чтобы сектор был не только, когда команда выигрывает, правда? Поддержка должна быть и сложная, трудная секунды, время. Так, туда
Что-то мне не хочется дальше, кругом скользко. Надо еще обратно доехать. В общем, давайте так, издалека посмотрим. Мы уже две экскурсии у нас было там. Дорога пока еще не для путешествий дела. Поэтому давайте так объективно. Все-таки. Здесь, наверное, проедем. Так что вот побывали мы в Виннице в феврале. И остается еще месяц. Даже уже почти не полный. 28 дней. Короткий февраль. Так что скоро уже будет календарная весна полноценная. Расслабимся точно. Возможно. Возможно. Это хорошо ехать. Можно даже и скорость набрать. Зимний парк. Отдыхает. Пятница. Еле воздух, конечно, свежайший. Хоть и в центре мы находимся. Красавицы, девчонки. Красавицы, гуляют. Так, скользко. Красавицы, девчонки. Да, горка в этом году не пошла. Горка. В том году как-то было повеселее, она активна. В этом году. Так, вот тут проедем. Я уже выбираю трассу, дорогу. 12 минут как раз, видите, 12 минут. И рука все-таки подмерзает. Все-таки прохладно. Такой жары нет. И еще, ну комфортно. Хорошо, что в ледовом осадков нет, да, вот ветра, особенно ветер. А то на стадион на футбол пойдешь, бывает, тучи, ливень, град, все, что возможно. Осадки, ветер. В ледовом можно подготовиться. Холод, взять покрывальца, постелить. Так, давайте здесь. Да, еще так с натяжкой на велосипеде, ну, можно потихоньку выезжать. Благодарю за внимание подписчиков, за подписки. Планомерно, спокойненько. Живем, работаем. И да, это хорошо. Что там будет дальше, фиг его. Дорогая редакция. YouTube канал Олешек Продакшн. Благодарит за просмотры, лайки, комментарии. Так, сейчас мы поедем чуть подальше. Похоже на Антона, так, но это не Антон. Так, всех увидели, сейчас нужно будет и орешку увидеть. Вот, видите, очаровательные девушки. Песик тоже на хоккей пришел. Хоккеисты собираются. Игорь Санков, Влад Ильин, все наши друзья. Приветствую. Команда. Ну и что, и орешек также. Готов, да. Оделся, приподохлился, все готово. Так что есть возможность, приходите. 11 числа будет и ночная хоккейная лига. Пёсик, лишь бы не соцарапнул. Привет, дорогой. Покушать ничего не взял тебе, дорогой мой друг. Так что возьмем обязательно. Да, вот такой друг у нас сегодня появился. Тоже на хоккей. Какой классный. Прелесть. Боже мой, ну это невероятно. Первый раз видимся, уже такие поцелуи. Ну, молодец, какой добрый. Наверное, сытый все-таки. Да, Катрич, передай привет тогда зрителям, горишку. Да. Ну, в следующий раз что-то прихвачу, какие-то косточки. Вот и боже. Что, вкусная орешка, да.
Хорошо. Затягивается наша трансляция, репортаж. Да. Все, давайте, дорогие, чао, какао. И думаю, все получилось чудесно, красиво. Чао-чао, счастливо, Ледовый клуб вас приветствует. Пока.